В Международном пресс-центре состоялась презентация новых книг известного писателя-публициста, депутата Милли Мяджиса Эльмиры Ахундовой «Лицом к лицу с коллегами» и «Эльмира, какой мы ее знаем». Выступившая на мероприятии автор книг Эльмира Ахундова выразила благодарность всем, кто следит за ее творчеством, кто уделял пристальное внимание ее творчеству и общественной деятельности. По ее словам, каждая книга – нелегкий литературный труд, однако среди них особое место занимает семитомный роман исследований Гейдар Алиев «Личность и эпоха», который сама народный писатель называет главным проектом своей жизни. В своих выступлениях известный писатель, член Союза писателей и Союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств Нати Красузаде, депутат Милли Мяджиса Саиб Алиев и другие отметили, что Эльмира Ахундова – это школа высокого профессионализма, доброжелательного, объективного отношения к людям и событиям. Было подчеркнуто, что наряду с литературной деятельностью Эльмира Ахундова также активно участвует в общественно-политической жизни Азербайджана, неравнодушно к существующим в обществе проблемам. Севда Джафарова, Вюсал Видадиоглу, Афкан Пуладлы, Азартач.